покажу вам сегодня безмотылку, которую очень легко сделать. Яркие, отличные мармехи. Цвета там разные, то есть все от вашего, зависит от вашего вкуса. Значит, берем крючок номер 12, длина его 13 миллиметров. Значит, понадобится нам вот такой вот, у меня есть свинец, свинцовая проволока 0,5 миллиметра. Можно использовать вот такой вот оловянный припой. Это у меня единичка, если видно, единичка, ну, есть разные, там 0,8 мне попадалось когда-то. Какой есть, такой, в принципе. Но я использую 0,5 свинец. Заканчивается уже. Надо будет заказывать. По материалам, по крючкам, по, то есть по свинцу. Уфе. Уфе гелю. То есть по всем инструментом и материалом. Все это, если в Украине, вы можете купить в магазине Fly Fishing. Ссылочку оставлю в описании, заходите. Действует там 5% скидочка, если вы подписчик моего канала. Берем немного суперклея и наматываем свинцовую проволоку на наш крючок. Вот так вот. Здесь, наверное, еще оборотик сделаем. И достаточно. Лишнее обрезаем. И аккуратненько ноготком заворачиваем наши края. Вот так вот это дело получается. Далее, сейчас вам покажу аккуратненько так. Далее я использую вот такие вот порошки. То есть их можно, я добавляю в уфе гель, то есть разных цветов, очень яркие, светятся в ультрафиолете. То есть колотил я как в маленьких пузыречках, то есть в большом количестве. Ну, если, то есть прошлогодний у меня лимонный, что-то я его не смог открутить. Но в этот раз я тут на бумажечке немного колотил. Сейчас вам покажу тоже. Так, он еще пришел мне раз этот. Вот так вот, не знаю, видно, не видно, но чтобы оно не посыпалось, вот так я колотил. Заказывал я их на Али. Ссылочки, все ссылочки в описании. Заходите, смотрите. Так, теперь берем просто, я вот иголочкой расколотил здесь на бумажке, и берем вот так вот наносим. Потихонечку обволакиваем наше все тело. Вот это вот. Зараза. Сейчас, секунду. Оп. Все. Главное, в ушко не попасть, потому что потом его сложно проковырять. И вот так вот потихонечку делаем форму
такую овальную. Добавляем. Также хотел сказать, напомнить вам, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Чтоб ничего не пропустить. Ну вот так вот. Вот так мы придаем форму. Блин, опять ёшкин кот. Ну что такое? Опять я ушко за этот засрал. Придаем форму. И фиксируем фонариком. Как видите, яркие, хорошие цвета. Ну, по крайней мере, вы этот видите. Фиксируем подольше, потому что хуже просвещается, чем прозрачный фигель. Значит, надо подольше, чтобы хорошо схватилось. Появляются какие-то, вон, как видите, пупырышки. Вот, если видно вам. Ну, они, в принципе, если бывают большие, выскакивают. Ну, такие маленькие, они особо не мешают. Берем повторный слой, уже более тонкий, как бы, чтобы прокрасить наши... наши прозрачные места. Вот тут особенно по краям всегда. Блин, я сегодня так и хочу ухо заделать. Близко сюда до ушка намотал свинцовой проволоки и все. И теперь постоянно. Ну ничего, так вот прочищать, протягивать кусочек лески или проволочки. И все будет нормально. Главное не прозевать, не этот. Вот так вот. Опять же, формируем форму и вот так вот фиксируем. Так, готово. Далее понадобится нам, я уже не первый раз использую, цветные проволоки вот такие вот, разных цветов. Приобретал я их, повторюсь, там, где все для бисера. Но в принципе, то есть цветами можно разными. Я думаю, наверное, попробуем сюда зеленую. Отрезаем небольшой кусочек. И начинаем вот так вот отсюда обматываем. Делаем несколько оборотов и потихоньку, без
небольшую натяжку, потому что чтобы у нас она не съехала. И вот так вот с определенным шагом, какой вам нравится. Так. Делаем намотку. Лишнее обрезаем. И теперь здесь аккуратно подвигаем и загибаем наши края. Так. И вот этот. Так. Есть. Далее берем уже под этот, подправляем нашу проволочку, чтобы у нас был более красивый равномерный шаг. Вот вот так вот. И последний как бы ход. То есть это беру я прозрачный уфа-гель и тоненьким слоем так кисточку, ну я вот так кисточку использую, хорошо об этот обтираю об бутылек и тоненьким слоем наношу, чтоб скрепить проволоку с нашим телом. Тем самым мы зафиксируем. Здесь вот в конце, ну, я думаю, можно вот так вот даже. И то как бы, чтобы немного. Чтобы как бы у нас оставались наши ребрышки из проволоки, не надо его там сильно заливать прям, и фиксируем нашу форму, нашу саму мормышку уже окончательно, сам зафиксируем прозрачный уфа-гель. Достаточно. Так, последний этот, не забывайте обрабатывать спиртом, у кого уфа-гель липнет, и он убирает липкость и придает блеск. Вот такая вот мормышка. Сейчас взвесим, я вам скажу вес. Так, ну это у меня поболее вышло. Перед этим это получается 0,44. 0,44. Ну, 0,43, 0,44. В принципе. Да. 0,43. Перед этим у меня максимум 0,4 выходило. Ну а так вообще. Ну, 0,36. Ну, короче, средняя 0,4. То есть, в зависимости, да, сколько вы там проволочки, какое тело. То есть, вот эти десятые грамма, сотые даже, вот это играет. Так что, вот такая вот мормыха, без мотылка. Подписывайтесь на канал.
комментируйте, лайки, дизлайки, кому не нравится. Ну и всем мне хвоста не чешуи. Пока-пока.